Добрый день, с вами интернет-магазин «Твой планшет». И сегодня у нас на небольшом тесте телефончик китайского производителя DJI J4. Это один из самых интересных телефончиков, которые попадали к нам за недавнее время. Ну, можно кратко рассказать о характеристиках. Телефончик работает под управлением Android 4.2.1. Установлен 4-ядерный процессор Cortex-A7, который работает на частоте 1,2 ГГц. Также 1 ГБ RAM оперативной памяти и 4 ГБ доступно в системе. Можно установить карту памяти. Телефон поддерживает, кстати, карты до 64 ГБ. Это достаточно для любых задач, конечно. Здесь установлена большая батарея. Она очень емкая, позволяет ему проработать до 3 суток при нормальном использовании 3000 мАч. Сам телефончик весит приблизительно 100 грамм, 160 грамм, вернее. Вот. Ну, самое интересное в этом телефончике, конечно же, его экран. Сейчас мы покажем, поговорим об этом подробнее. А пока, ну, о комплектации можно долго здесь не рассказывать, потому что ее фактически нет. Вот это весь комплект, это кабель USB, он же зарядка. Вот, собственно, весь комплект, то есть на нем больше останавливаться не будет. Что хотелось бы сказать о дисплее этого устройства? Он сделан по технологии OGS, что позволяет этому экрану как бы лежать на поверхности, увеличивая углы обзора и улучшая цветопередачу. Вот владельцам iPhone 5 поколения это знакомо. То есть великолепные углы обзора здесь, отличная цветопередача, ну то есть к экрану придраться вообще, ну я не знаю, это тоже, если вы выбираете, опять же таки, телефон, ну, главным критерием для вас является экран, то тоже можно свободно остановить свой выбор на этом устройстве, как бы здесь придраться не к чему. Кроме всего прочего, покрыто стекло Gorilla Glass 2 поколения, IPS матрица и HD разрешение. Не Full HD, а HD. Но тем не менее, разглядеть здесь пиксели просто, ну, это надо. Очень четкая картинка. Претензий у нас. Еще хотелось бы рассказать о корпусе этого устройства, потому что лично у меня оно вызывает какие-то противоречивые эмоции. Потому что, с одной стороны, собран он отлично, то есть нигде ничего не скрипит, никаких люфтов, ничего нигде не проваливается, не продавливается, щелей вроде тоже нету, но задняя крышка как-то уж чересчур легко снимается. Это хорошо, с одной стороны, потому что всегда можно получить доступ к сим-карте, к карте памяти. Кстати, без того, чтобы вытаскивать аккумулятор, не обойдется, потому что ни карту памяти вы сюда не достанете, ни сим-карты. Вот. И если это делать постоянно, ну или с какой-то определенной регулярностью, то есть вероятность того, что крепление здесь совсем вытрутся, и она будет сниматься вообще просто без каких-либо усилий. Но если такой необходимости нету, я думаю, что проблем с этим не возникнет. Еще один момент, который мне лично не нравится, это сам пластик, который использован в корпусе этого устройства, потому что, ну, он очень скользкий, и телефон прямо-таки норовит выпрыгнуть из рук. То есть, ну, проблема эта решается установкой сюда силиконового чехла, как бы сейчас это нормально, практически все используют какой-либо корпус или защиту, или бампер для таких устройств, потому что, ну, любое падение для них не очень хорошо сказывается на работе и целостности корпуса. Вот. Поэтому покупаете какой-нибудь чехольчик на него и, в принципе, про эту проблему забываете. Вот. Еще один момент, который не понравился в этом устройстве, но это связано с особенностью технологии, по которой сделан экран OGS. Тут технология самого устройства не позволяет подсветить кнопки системные. То есть это не какая-то недостаток, не какой-то недостаток прошивки, это просто особенность технологии, особенность конструкции этого устройства. То есть они постоянно будут оставаться без подсветки. В принципе, основные моменты мы озвучили.
что хотелось бы сказать из плюсов, это безусловно его цена, если сравнивать с конкурентами и также с именитыми производителями, вы не найдете телефон по такой цене с такими же характеристиками. Это безусловно батарея. 3000 мАч при таком экране позволяет ему проработать очень долго для устройств такого класса. И экран, конечно же, тут просто бомба. Цветопередача, об этом уже говорили. Так, давайте посмотрим еще, как он воспроизводит видео и сама картинка, насколько она красочная и яркая. Вот как листается галерея. Тоже отлично все показывает. Смотрим, что у нас видео есть здесь. Отлично работает, по-моему, это стандартный плеер, и нареканий в работе тоже нет. Динамики, давайте, динамики здесь довольно-таки хорошие, очень громкий и качественный звук. Вот можете сами убедиться. Минусов за динамики я бы поставил. В принципе, все. Спасибо за внимание.